зарабатывает деньги, блин. Берегоукрепления сделать не могут. Вот. И каждый год заново подсыпают землю и получают денежки. На сегодняшний день к вечеру мы ожидаем более-менее успокоения стихии. Значит, отключений по коммунальной сфере больших не было, были незначительные. Ну, есть и отключения по воде, по газу. Но сейчас проводятся ремонтные работы, все держится на контроле. Реально за ночь реки поднимались. Это Псизуапсе, Куапсе, Аше, Дагомыс, реки достигали опасных отметок, но затоплений домов как таковых не было. Значит, есть информация о том, что вода подступала к третьей поликлинике, третьей больнице в Хосте. Сейчас принимаются меры для того, чтобы в цокольный этаж вода не попадала, пока ее там нет. Готовятся мешки с песком. Мы обращаем внимание тех жителей, которые находятся поблизости, проживают возле рек, чтобы при возникновении опасности выходили на возвышенность, то есть с низменных участков, ну, были всегда бдительны. Силы и средства муниципального образования в готовности находятся. Это у нас около 1000 человек, 977 спасателей.